Голубофокс. Ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Енот, Фиса. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в Roblox. Офигительный режим на моем канале. Угадай аниматроника. Если печь, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Правила простые. Серега стоит за ширмой. Мы втроем идем, берем аниматроников. А Серега должен угадать, что это за аниматроники. Подрубаем, ребята, бег, чтобы все было быстрее. И так делать. Серега, только не подглядывай, с каких частей мы все берем. Стой там. Окей. Так, здесь там у нас подписаны аниматроники. Давайте. О! Взял. Ну что? Взяли? Ну идемте к Сереге. Вы запомнили, как их зовут? Ну что, Сережечка, давай, угадай, кто. И давай с меня начнем. Потом Фиса и Ено. Давай я сначала. Вот, ты я. Найтмар Чика. Нет. В смысле нет? Нет. Да. Нет. У тебя вон Let's Eat написано, ты Найтмар Чика. Нет, ты не угадал. Да. Так, надо, смысле? Плохо а здесь кто? Нет оружия, чтобы Серега мог. Это а Джека кто? Чика. Что за Джека Чика? Колобчика. Ребята, напишите в комментариях, угадали бы вы этого аниматроника и правда ли вообще написано там название аниматроников? Надеюсь, правильно. Давай дальше угадывай. Фиса, кто из нас? Так, невнимательно делай это. А вы, ребята, тоже угадывайте вместе с нами, потому что мы же не видели, кого брала Фиса. Надеюсь, вы тоже угадаете. Можете вместе с нами тайм-код и написать аниматроника, как его зовут. И кто угадает самый первый в комментариях, попадет в топ-комменты. Поехали. Nightmare Freddy. Нет, это кошмар. Это просто кошмар. Так, не угадывай. Серега, я знал, что... Ура, наконец-то тот случай, когда Серега угадывать не может. Но есть большой минус, мы не можем его мочить. Ну ничего, ничего. Мы тебя ментально мочим. Давай, енота угадывай. Голубофокс. Да такого нет! Ну, Серега, ты неправильно говоришь! Да какой голубофокс? Ребята, напишите, правильно он угадал. Мне кажется, это не голубой фокс. Какой голубой фокси? Ты чего? Это самый тяжелый, да? Ты ему специально так сделал? Да, с самого начала, давай. Ну давай, кто это? Ну говорю, голубой фокс. Да какой голубой фокс, ты, Серега? Это Блю Фокс. Блю Фокс? Давайте будем считать, что Серега угадал, правильно? Ну. Хорошо, давайте берем... Давайте... Пацанчики, девчонки, еще сложнее мы возьмем. Давайте, выбираем следующих. Так, кого же нам взять? Мне кажется, такие режимы надо на стриме записывать. Было бы тоже прикольно. Только когда вы будете приходить, мы будем угадывать. Так, Сережечка. Мне нравится название. Воздушный шар мальчик. Так. О! Все. Есть. А, надо же сброситься. Сейчас, сброшусь. Я выбрал. Отличный выбор. А кто это? А кто это такое у тебя? Я не буду говорить, я знаю в какой-то части. Сережечка, мы приближаемся. Ну что, давай, с меня начинай. Кто это? А ты что, хлопаешь, да, ему? Прикольно. Настроение класса, надеюсь, вы подпишетесь. Поставите лайкосик, потому что мы выпускаем ролики каждый день. И не забываем, что после выхода ролика, спустя несколько часов, будет стрим по Майнкрафту. Серега, угадывай меня. Я прыгаю сзади. А, это? Как? Это. Кто это может быть? Кто же это может быть? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну? Найтбир. Три попытки, нет. Серега, сложно, да? Мне кажется, Серега думал сейчас, да, я сейчас буду угадывать, а угадать не может, потому что очень сложно, ну прям очень сложно. Если бы звуки какие-то бы издавали. Нема звука. А может, нема звука в этой игре?
Ну кто это? Вот есть. Это. Это головожоп какой-то. Я думал, ты скажешь Синий Фредди. Короче, ты не. Если хочешь, сдавайся, и все, ты не угадал. Это проводоголовый Фредди. Короче, Серега не угадал. Это тень Фредди. А, Shadow Freddy. Да блин, почему? Ну почему? Ну вот так вот. Так мы специально выбираем сложных, чтобы тебе было сложно. Давай Фису угадывай. Кто это у нас Фиса? FNAF 9. Так, Серега, FNAF 9, смотри, прям четко знает, кто это. Блин. Сейчас, я помню точно, как этого аниматроника зовут. Серега не знает аниматроников. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Классно. Могу дать подсказку. О, давайте подсказки все-таки. Какая-то будет подсказка, одна такая, ну, что... Ну, это да, это поколение Спрингтрапа. Это точно FNAF 9? Ну? А, нет, это не FNAF 9. Это FNAF 8, что ли? Ну давай, Серега, какие-то результаты. Неправильный ответ, это тоже ответ. Ну, короче, сдаешься? Нет, еще. Дайте минуту на размышление. Да какая минута? Нема времени минута. У меня нет попытка, Серый. Это вообще на жопе лобает брейк. Последняя попытка. Я еще даже не сказал, что... Давай. Можешь сдаваться нажать. Ладно, дожди. Блин. Я постоянно про него болтал. Во, подсказка жирная. Ванесса. Ну, может быть, я про FNAF 9 плохо знаю, но я знаю, кто это. Давай, Серега, 5 секунд. 5, 4, Spring Bonnie. 3, 2, 1. Сдаюсь. Личтрап. Личтрап? Да. Так, ну что, давай угадывай енота. Кто же это у нас такой? Енот — это пылесос. Да какой это? То не место звания, Серега, это не может быть просто пылесос. Давай, он полезные штуки делает. Танцует. Ну кто это, Серега? Да я думаю, это пылесожоп какой-то. Да какой пылесожоп? Нормально отвечай на вопросы, на вещи. Давай, 5 секунд. Я не помню, с какой-то части. Ну и вот что у него выделяется здесь, это вот эти две. Это руки, типа, это мистер Обнимашкин. Да? Это? Да. Давай, правильный ответ. Да. Серега угадал! Из 6 аниматроников 2 угадал. Ребята, если вы хотите, чтобы следующий ролик угадывал я или кто-то из нас, кто сейчас записывает, напишите в комментариях. И мы запишем, кто из нас будет... запишем. Мы запишем ролик, и угадывать будет кто-то другой из нас. Мне кажется, Сереге знания очень плохие по аниматроникам. Очень. Да не, сложно угадать, потому что здесь в Роблоксе немножечко урезано... внешний вид не такой прям детализированный, но зато есть большой плюс, они все в большом количестве и все очень разные. Цветокоррекция у некоторых аниматроников отличается. Ой-ой-ой, какая здесь сложная есть. Ой. Ну тут глазки шевелят. Ну что, вы выбрали? Да, я уже. Так, я бегу к Сереге. Не буду говорить название. Я уже на месте. А, я могу говорить. Да. Аж английскую нажмите, вы можете звуки сдавать. Ой, я забыл название, как зовут. Да это ты виновата, Фиса. И это... Все, запомнил. А что она не прекращает говорить? Она раз сама прекращает. Все, Серега, давай угадывай меня, вот я прыгаю. Кто это? Это Мангл. Какая Мангл? Игнайтед. А Игнайтед как переводится? Сгоревшая. Нет, поломанная. Это не она. Нет. 5 секунд. Поломанная манго. Нет, на русском давай, без всяких этих фраз стрёмных. Это у нас...
Призрачная Мангл. Да, сложно. Вот согласитесь, ребята, ну очень сложный. Хорошо, давай енота этого угадывай. Кстати, похоже. Фиса. Фиса енотка. Неправда. А я не знаю этого аниматроника. Даже я не знаю, ребята. Если честно, ну не знаю. А кто это у нас такой? А из какой части ФНАФ он, интересно? Ну, блин, это... The Night. Не-не-не, почему я помню? Я просто не хочу жирную подсказку дать. Ну давай такую не жирную, тонкую, худую подсказку. Блин, знакомый вид у него. Да-да-да, очень похоже. Там главный герой кролик. Главный герой. Рокет Ракун, по-моему. Нет. Почти не Рокет. Это точно из ФНАФа, там другое пока. Там другое там. Я не знаю, если честно, кто это. Ракетный енот? Не. Нет? Нет. Серега, не знаю. Если честно, я, Серега, не знаю даже, кто это. Ну все, ладно, давай, Фиса, говори, кто это. Это Ред из... Притом, несколько дней с Рэйчел. The Joyous Night of Rachel. Во, звонула. Да я вообще без понятия, что это за... Фига это. Хорошо, давай, угадывай енота, вот это челепиздриху. Кто это? Блин, я его ставил это на ролике у тебя. Да. Название тоже. По тени. Да, было такое. Очень бесячая собака. Ну, кто? Это Сережка. Блин, у меня на зубах это. На зубах эмаль. Слышь, я сам забыл, как называется, но какое-то такое стрёмное, ну, легкое название, но при этом сам аниматроник такой стрёмный и реально кошмарит. Самый дебильный аниматроник из этой части. Ну, кто же это, кто же? Ребята, если вы знаете, напишите в комментариях, мне будет интересно почитать, знаете ли вы название этих аниматроников. Это... Блин. Это блин, такого нет. Ну, ты знаешь, что не хочешь говорить, а? Три. Два. Один. Любой вариант. Говори, Сережка. Маленькая девочка. Нет. Кукла. Минди. Давайте сказать. Вот у меня на зубах, на языке оно это... Все. Ты не знаешь, енот, кто это? Минирена. Минирена. Да ладно, угадал, да как, ну Серега. Только неправильно сказал, да хватит ты хлопать, уже руки онемели, что ли. Все, Серега, мы бежим еще раз тебе загадывать. Давайте немножко Сереге попроще, чтобы у него был шанс угадать, хорошо? Попроще, сейчас возьму. Не-не-не-не-не, я возьму специально тебя попроще. Так, сейчас. Не, возьму попроще, прям серьезно. О, вот я возьму то, забываю вечно аннулироваться. Серега, сейчас я реально возьму, которого ты угадаешь, потому что ты их знаешь всех. Ой. О, кстати, я могу звуки сдавать на H. А ну возьмите аниматроник, возьмите H английскую, нажмите, или N русская. Подожди. А ну, Серега, слушай. Это что такое? Серега, кто я? Кто я? Ты? Ой. Не говори! Бобёр этот. Какой бобёр? Так он бобёр. Этот аниматроник бобёр. У тебя вон хвост как у бобра. А, я знал. Видишь, тоже шаришь. Кто это? Ну ты вот недавно мы делали с ними, с рэгдоллами. Я еще угадывал. По тени. Ну. Я могу подсказку небольшую дать тебе. Не, стой. Сейчас вспомню. Давай. Серега, ты сможешь. И еще, а ну, ребята, понажимайте H. Или R русская, нажмите. А-а. У меня нет. А у меня есть. А-а-а. Все, вспомнил этого. Это L-чип. Молодец, Серега. Угадал. Давай, Слава, давай Фису угадывай. Кто из Фиса у нас? Это что за... Это что за хамелеон? Какой? А я не знаю, кто это, если честно. Это Фоксиха. Это Майнкрафт уже какой-то пошел. Не. Это Фоксиха. Ну, близко, кстати. А ты чего отгадываешь там? Я от фонаря сказал!
Я с фонаря, я не хотел даже, я наоборот хотел... Близко попал. Все, молчу. Это из FNAF 9, по-любому. Угадал с FNAF 9? Нет. Нет. Давай по очереди на убивание, ты угадаешь. Скажите, я буду за эмоциями крутить, да, нет. А, ну давай. И? Я тебя сейчас укушу. Серега, 5 секунд. Твист это аниматроник. Да, твист. О! Твист это вуф. Да! Все. Серега, молодец, ну ты реально красавчик. Ну блин, енот взял, ну прям вообще лягусенького. Штраф. Угадал. Молодец. Ребята, если понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте с группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм, ТикТок, Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. И взрыв, бум! Да, Серега должен был сделать бум. Ха-ха!